Всем привет, дорогие друзья! С вами Любовь Стасюк. И сегодня я вам покажу необычные волшебные цветки с новым необычным лепестком, который я назвала Булька. Более подробный мастер-класс этого лепестка вы всегда можете найти у меня на канале. Ссылку я, как всегда, оставлю в описании к видео. Такие цветочки делаются легко и быстро. И я, создавая их, не могла остановиться и наделала их во многих цветах. Итак, для создания нашего цветочка нам понадобится репсовая и атласная лента малинового и салатового цвета. Если у вас нету репсовой ленты, вы можете заменить ее атласной. Для создания цветка нам нужно взять 9 отрезков ленты 2,5 см двух цветов длиной 10 см, а также 14 отрезков длиной 9 сантиметров. Сделаем 9 больших лепестков и 14 чуть поменьше. Соберем наш цветочек на фетровую основу диаметром 5 сантиметров. Первый ярус будет составляться из 9 больших лепестков булька. Второй ряд будут составлять 9 лепестков, что поменьше. Будем наклеивать их между лепестками первого ряда. We'll be right back.
Третий ярус наклеиваем 5 лепестков. На цветочек закрепим заколочку или резинку, как вам больше нравится. Вот такие замечательные объемные цветочки у меня получились. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Напишите мне об этом в комментариях, а также не забудьте со мной поделиться своими фото, сделанными по моим мастер-классам в группах ВКонтакте или в Одноклассниках. Буду вам очень признательна. А я желаю вам творческих успехов. Фантазируйте, творите и радуйтесь. Всем пока! С вами была Любовь Стасюк.